И снова здравствуйте. В прошлом обзоре мы с вами сделали вот такой вот шаблончик. И теперь его, собственно говоря, надо вытравить. Я использую для этого персульфат, потому что дорожки у нас достаточно тонкие. И чтобы избежать подтравов, то есть это, наверное, оптимальный вариант для того, чтобы сделать травление. Значит, для этого надо вот такой вот кулечек, здесь 100 грамм, и пол-литра теплой воды. Сразу скажу, что если вы хотите получить большую реакцию, то увеличением концентрации вы этого не добьетесь в силу каких-то определенных химических там делов. То есть, если растворить этот кулечек, допустим, в 300 граммах, то быстрее травление идти не будет. Тут ключевой момент — это температура. То есть температура должна быть порядка 50-60 градусов. То есть вы видите, что ускоряется у меня, то есть вода у меня не теплая. Вот. Я сейчас вот растворяю достаточно нудная процедура, но через нее надо пройти. Получаем мы прозрачную жидкость. Это еще одно из преимуществ отравления персульфатом. Это то, что раствор прозрачный. То есть это позволяет контролировать сам процесс отравления. Вот. Ну и второе, это то, что персульфат обеспечивает более ровное отравление, в отличие от хлорного железа. Вот, то есть, что позволяет травить достаточно тонкие проводники. Вот. Ну и лазерно-утюжный метод страдает тем, что часто бывает тонкое нанесение тонера или еще что-то. Вот. И хлорное железо, вот все эти огрехи, оно просто выедает. И все, персульфат, он более нежный, что ли, как-то так. Вот. Более-менее у нас все это растворилось. Бросили. Сейчас я поправлю. У меня ребристая поверхность ванночки, чтобы лучше затекало. Вот. Бросили. Травление будет идти минут 20 при постоянном поддержании температуры. Если вода будет остывать, как у меня, то будет идти немножко дольше. То есть, в моем случае, травиться плата, это будет где-то около 25 минут. Вот. Ну, собственно, теперь давайте подождем. Ну, вот прошло 25 минут. И видим мы, что наша плата вытравилась. Все ровненько, все чистенько. Кстати, хочу вам показать один секрет. Вы видите, что жидкость стала такого голубоватого оттенка. Это значит, что в ней растворилась медь. Чем больше меди в растворе, тем хуже он травит. Можно восстановить его свойства. То есть я беру вот такой, вот у меня есть нож рабочий. И просто запихиваем сталь в раствор. И медь, которая растворена в персульфате, она оседает на стали. То есть вот. И мы видим, что нож уже покрылся медью. То есть и вот так вот несколько раз. Она это все легко вытирается об какую-то бумажку. То есть вот. Вот таким вот образом можно просто восстанавливать свойства раствора. Теперь я достану саму плату, чтобы вы посмотрели на нее. Вот такое вот получилось у нас чудо. Осталось просто стереть тонер и залудить. И можно приступать к сборке вашего устройства. Более подробно вы сможете узнать об этом всем у нас на сайте. Или же просто позвонив по телефону, мы вам всегда расскажем, проконсультируем. Ну, где-то так. Большое спасибо.